Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дэчин. Привет! И сегодня мы не будем долго тянуть вообще кота там за яйца, все дела. Мы сразу расскажем... Это не интересно. Дэч, нет, сегодня короткое видео, просто оно как бы... Вот за короткое видео, я думаю, стоит поставить лайк и написать еще коротких видео. Дэч, давай, у нас мало времени, мы слишком долго тянем. Так вот, а многие админы... которых я знаю или не знаю. В общем, некоторые сервера пофиксили вот этот дюб с системой путем запрещения шифта. То есть вы не можете через шифт положить в систему блоки. Ну, то есть это изи такой фикс, который легко делается. Как бы я не буду рассказывать как, что и зачем. Да еще не лезь мне штанами в глаза. Вот. А как дюпать? Я показываю еще раз. Ну, то есть у нас диск забит уже. Мы забираем отсюда количество блоков какое-то, предположим, 32. И нажимаем Shift, пробел и кликаем на блок. Что мы видим? Дэч, ну ты понимаешь, да? Блоки вот это себе. Да, блоки как бы вот так вот, вот так вот, вот так вот можно делать. То есть вот такой вот easy fix, easy breezy. Я даже не знаю, как это назвать. В общем, привет админам, продолжаем фиксить. Да. Ну что, у нас на сервере это исправлено. Приходите, играйте к нам на проект. Ищите у нас дюпы, мы за дюпы платим, если вы рассказываете их. И все, всем пока. Пока-пока.